Всем здорово, меня зовут Дмитрий, мы играем сегодня с тобой в Timberborn. Если вначале был черный экран, это так и должно было быть. Посмотрел я, значит, такой, думаю, и чё бы не поиграть в бобров. Начинаем мы играть, естественно, за хвосты мира, потому что за вот этих железных играть нельзя, они должны... Мы должны с тобой поиграть сначала за хвосты мира, короче, достичь 11 уровня благополучия. И тогда будут у нас с тобой железные зубы. Но пока что мы выбираем вот этих бобров. Рекомендуется здесь 256 на 256. Мы, соответственно, его выбираем. Нормальный выбираем, потому что, ну, не легкий, не сложный нам с тобой не подходит. Ввиду каких-то все-таки особенностей. Совет постройки с меткой прочность. Например, хатка или склад. Позволяют возводить другие постройки на крыше. Хорошо. Фу. Если ты еще не подписался на канал, обязательно это сделай, потому что, ну, ни в коем случае... Да что там такое, блядь? Обязательно это сделай, потому что, ну, ни в коем случае нельзя это упускать. Такой шанс бывает раз в жизни. Как бы вы хотели назвать свое поселение? Ну, как мы с тобой назовем? Пандария, может быть, назвать ее. У меня почему-то в голове именно это вертанулось. Ну и поехали. Это, я так понимаю, у нас с тобой район первый, районный центр. Рады видеть вас. Данное обучение поможет вам разобраться с основами строительства бобрового поселения. Любому поселению требуются бревна. Однако рубить деревья способны лишь дровосеки. Разместите два флага дровосеков рядом с деревьями неподалеку. Так, у меня моргала какая-то кнопка. А, вот, вот это вот моргает кнопочка. Вот флаг дровосеков. Флаг дровосеков, я так понимаю, нужно вот сюда вот поставить. Типа вот в сторону ратуши нашей с тобой, да? Райцентра. Ну и вторую тоже вот сюда. Ну, а я не знаю, зачем здесь вообще два их. Да хрен с ним, вот давай вот здесь вот поставлю. Вот так. Правильно я делаю? Правильно. Продолжить. Флаги нельзя строить за пределами радиуса строительства районного центра. Выделить районный центр, чтобы узнать его радиус строительства. И его можно увеличить побольше... Блять, читать не умею. Его можно увеличить, построив больше дорог. Угу. Короче, вот райцентр. Вот эта вот канитель, это загораживает нам с тобой, ограничивает область строительства. Продолжаем. Постройки, у которых есть вход, нужно соединять с районным центром дорогами. Короче, дорогами нужно соединять. Учтите, что радиус действия районных центров ограничен. Стройте дороги, чтобы соединить флаги дровосеков с районными центрами. Блять, 3 раза повторили. Ну, как раз для меня, для тупорылого. Чтобы я наконец-то понял, в конце концов, что надо дорогами соединять райцентр с объектом, у которого есть вход. Соединить флаг дровосеков. Хорошо. Вот здесь вот нужно соединить. Вход, я так понимаю, именно там, где... стрелочка. Правильно? Правильно. Вот, да, все, построил. Продолжить. Дровосеки начнут работать, только получив от вас распоряжение. Используйте инструмент для рубки деревьев, чтобы отметить зону вырубки. Вырубка будет производиться только в радиусе действия флага дровосеков. Выделите флаг, чтобы узнать его радиус действия. Да не шута себе, да у него огромный радиус действия, то бишь я могу даже вот здесь вот вырубать. Это очень удобно. Так, чего нажимать нужно? А, вот, вот моргает. Пометить деревья под сруб. Хорошо, пометь. Включил запись. Включил запись. Пометить деревья под сруб. Я так понимаю, что мы с тобой должны просто вот так вот понавыбирать деревья, которые будут бобры использовать в качестве материала для рубки. Объектов для рубки. И все, и пусть они рубят эти деревья, верно? Верно. Но бобрам же нужно что-то есть, я предполагаю, потому что, ну, блядь, бобры-то они как бы не на святом духе питаются, в конце концов, и... Соответственно, нам нужно, наверное, что-то будет сейчас сделать. Пометьте, да, пометил. Без воды бобры не выживут, да как и без еды, собственно говоря. Постройте насос, чтобы обеспечить поселение постоянным источником питьевой воды. Не забудьте соединить его с районным центром. Но я так предполагаю, именно тоже дорогой. 0,33 часа, это получается что? 3 час, 20 минут, 1 капелька воды. Качает и фильтрует питьевую воду для бобров. Максимальная глубина 2. Давай вот сюда забубеним. Правильно? Вот сюда. Вот сюда. Во, вот сюда вообще отлично. Во. Прям даже дорога получается ровно сюда. Не знаю, почему именно так я сейчас решил дорогу придумать. Ну что, типа, все ровно должно быть. Но хрен с ним. Они носят бревна, чтобы построить насос. Я понял. Все понял. 12 бревен нужно, чтобы построить насос. И что теперь у нас? Я так понимаю, вот это вот можно ускорять. Наверное, на кнопочке... Да, на кнопочке цифр. Так, и сколько вас ждать, граждане бобры? Так, все, стройка пошла. Стройка пришла. Возвести постройку выполнено. Для жизни бобрам нужна не только вода, но и еда. Постройте флаг собирателей неподалеку от кустов черники. Собиратели автоматически начнут собирать ягоды в радиусе действия флага. Выделите флаг, чтобы увидеть его радиус действия. Жмем на морковку, жмем на флаг собирателей. И, скорее всего, умнее, конечно, будет построить флаг собирателей где-то вот здесь. Ну как тебе кажется? Вот так вот, наверное, надо ехать. Блин. Но у меня есть соблазн построить именно здесь, а собиратели пусть хрен его знает как, но ходят просто сюда и собирают. Но это их дело, как бы, они же отсюда могут собирать вот здесь, правильно? Правильно. Так, а дорожку мы с тобой построим... А где она здесь? Вот она дорога, вот она дорога. Хоп. Можно на трюндель поставить, потому что время нам ночью особо не нужно. Правильно, правильно. Пока что игрушка такая, знаешь, пока еще ничего не понятно. То есть бобры, как бы, ну, в какой игре ты сможешь поиграть за бобра? Ни в какой, мне кажется. Симулятора бобра я не видел пока что. Если есть, то напишите, пожалуйста, я поиграю в него обязательно. Так, возвел. Поселению необходим стабильный источник продуктов питания. Постройте фермерский дом, чтобы заниматься сельским хозяйством. Если вам не хватает рабочих, можете приостановить строительство определенного здания. Для этого выделите постройку и нажмите кнопку паузы или клавишу P. Наряду со многими другими строениями радиус действия фермерского дома ограничен. Ага. Ну хорошо, давай фермерский дом. Где он у нас? Вот, тоже в морковке, только вот здесь. Ну, давай его вот сюда залепим. Нет. Давай вот сюда залепим. Типа, знаешь, вот тут вот вода с едой, а вот тут дерево и металл будем добывать. Я не знаю, металл здесь есть или нет, но наверняка есть, блядь, бобры-то. Бобры-то, они же вообще такие лютые звери. Хотя здесь тоже дерево есть. Вообще по-хорошему. Вот сюда вот прям залепить этот сельский дом. Нет, вот сюда вот нужно сельский дом залепить. Точно тебе говорю, вот сюда. А вообще по-хорошему вот сюда. Но дорогой придется соединять. А дорога это тоже, это такой... А можно вот сюда, рядом с водичкой? Дает работу фермерам, которые сажают семена и собирают урожай. Короче, ладно, хрен с ним. Вот сюда вот поставлю. Вот сюда вот поставлю. Да ни к сил, ни города он здесь стоит. Ладно, пусть вот здесь стоит. И, соответственно, мы с тобой дорогу строим. Потому что без дороги они туда не попадут. Хотя вот этот вот товарищ ходит, вот тут вот собирает эту чернику или что он там собирает. И его не смущает то, что он как бы это самое... Ну, это самое как бы... Ходит по поляне. А вот здесь, видите ли, они по поляне ходить не могут от райцентра до сельскохозяйственного домика. Я ускоряю, чтобы не ждать долгое время, как они ходят там, пытаются построить домики. 25 бревен нужно. Так, давай мы с тобой пометим... Пока что под сруб деревья. Они пока еще есть, но скоро они будут все вырублены. И нужно добавить новых. Ну тоже бобры-то, они, знаешь, у них цель жизни вообще рубить деревья, сажать новые. Рубить деревья, сажать новые. Домик они еще не построили, только начали. 17 из 25. Ну ничего страшного, сейчас они все это завершат и будет у нас с тобой дом. Дом сельскохозяйственный, этот, как он там называется. Сельскохозяйственный, фермерский дом, вот. Сельскохозяйственная постройка. Я почему-то хотел ее назвать, но нет, это фермерский дом. Да-да-да. Так, нужно водички попить. Ну уже все, хватит носить уже. Еще одно бревнышко. Вот, все, последнее бревнышко. Отлично, молодец, построил дом. Ой. Подожди, это маленький бобренок, что ли? Да ни хрена, это не маленький бобренок. Такой-то нормальный бобренок-то. Давай мы его на превьюшку поставим. Ща. Подожди, прям 5 секунд. Мне нужно его срочно на превьюшку. Или вот так. Или вот так. Хрен его знает. Давай вот так замутим его. Блин, я боком зачем-то смотрю. Просто я пытаюсь понять, так я его сделал или не так. Близко очень не подъезжает, понимаешь? Вот... Игра противная. Не хочет, чтобы я близко скринил бобров. А можно на него нажать и... Гриша! Гриша возраст 3. Гриша, мой хороший, Гриша. Иди-ка я тебя заскриню. Ой, куда-то я мышку увел. Далековато. Ой, да хрен с тобой, Гриша. Ладно, ходи дальше. Что дальше нам нужно с тобой делать? Фермеры начнут работать, только получив распоряжение о том, что и где надо посадить. Используйте инструмент для посева саженцев, чтобы отметить морковное поле. Посев семян возможен только на орошаемой земле. В противном случае земля засохнет, а сами растения погибнут. Ёпти. Орошаемое поле. А как его оросить? Если я не понимаю, как это сделать. Так, морковное поле как нужно сделать? Посадить морковь. Ну, морковь, я на морковь нажимаю. Пища. Флаг собираю. А, надо нажать на этот домик. На домик нужно нажать, наверное, да? Инструмент для посева саженцев. Ё. А почему он не в еде находится? Слушай, это блин, большое пространство нужно для этого всего. Ну, давай прямо вот здесь. 70 это 7 на 10. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да? Да. Не знаю, почему я именно у дороги решил построить, но а где еще можно построить? 70 морковки посадил. У всех ваших построек есть внутренние хранилища, но они быстро переполняются. Постройте кучу бревен для хранения бревен, небольшой резервуар для хранения воды и небольшой склад для ягод и других ресурсов. Куча бревен. Так, это я так понимаю, вот... Нет, это не труд. Мне нужно что-то в постройках. Да, вот это разные постройки. Это куча бревен, это хранение. Я так понимаю, лучше это сделать вот здесь, чтобы они вот здесь вот запасали эти бревна, сюда вот запасали эти бревна и... Да. Небольшой склад у нас с тобой построен. Для воды... насос. Мне нужен небольшой резервуар. Небольшой резервуар нужен рядом с... чем? Нужно построить его рядом вот с полем. Полем. Поливаем. А может быть, дорогу еще построить рядом с этой стороны? Чтобы они ходили, вот так вот поле обвернуть. Не знаю, это мое личное видение. Вот так я сделаю. И вот так я сделаю. И вот так я сделаю. Ну, потому что, блин, кустик мешается. Ну и черт с ним, с этим кустиком. Так, осталось мне положить только... Чего? А, небольшой склад. А, небольшой склад еще один. Ой-ой-ой, нет. Небольшой склад нужен нам с тобой вот здесь. Хотя, по-хорошему, они сюда будут складывать... Что? Они сюда будут складывать ягодки. Будут складывать морковку. И нужно было бы его поставить вот сюда, но нет. Мы с райцентром рядом все поставим, и пускай стоит. Так, размечаем опять вырубку деревьев, потому что... Да, кончились бревна, гляди-ка. Так, ребят, рубим быстро. Скорее рубим, потому что у нас не из чего строить. Почему вы сами не догадались, что нужно что-то срубить, чтобы что-то построить? Ребятки, почему вы такие тугие? Бобры, у вас цель жизни вообще такая. Чудики. Блин, быстро деревья здесь растут, конечно. Так, а почему вот это вот не является выполненным? 3 их нужно построить. Ошалеть. Так-то много. Ну, давай тогда небольшой резервуар залепим куда-нибудь вот. А зачем он здесь вот нужен, например? Давай вот сюда поставим. Ну и непосредственно вблизи самой этой насосной. Я не знаю, типа вот... Пускай вот здесь стоит. Ну и дорогу, естественно... А чуть-чуть я сейчас нажал? Я хотел просто взять... Я по привычке, короче, на единичку, на двойку, на тройку хочу вот это вот выбрать, нижнюю панель. А выбирается время. Вот, короче, непонятная вся история-то. Так, дорожку надо построить. 3 резервуара для воды. Зачем столько воды нужно вам? Вы же бобры, вы же и так в воде живете почти. Так, а здесь какая глубина? Глубина 2, говорит, максимальная. А сколько здесь вообще есть? Это же речка или не речка? Вообще непонятно. Ну так-то вода, наверное, не закончится, потому что ее ого как много. Она вон течет, откуда-то течет, и она откуда-то вон оттуда вытекает. Да, во откуда. Но она бесконечная, вероятнее всего. Хотелось бы в это верить. Так, где я? Где я нахожусь-то? Эй, я заблудился. Вон он, я нахожусь где. Так, 3-й резервуар строится. Что такое? Постройка заполнена. Ну, это нормально вообще, потому что я для этого ее и строил. Так, они здесь еще бревна не все притащили. Разве они вырубили все деревья? Нет, ты гляди, у них есть еще деревья, но они почему-то их не рубят. Ну давай тогда вот это вот вырубим, вот это вырубим. Вот это вырубим, это вырубим, это... Ой-ой-ой, маленького не надо было рубить. Я маленькие принципиально не рублю, но они же вырастут и дадут больше бревен, правильно? Правильно. 3-шку поставлю. Игруха такая, блин, она типа интересная, но типа вообще ничего не понятно. Что делать, зачем это делать? Живут бобры себе спокойно и живут. Хрен бы с ними. Там Гриша повзрослел. Джамал повзрослел. Замбубат повзрослел. Замбубат и Гриша. Так. Единичку ставлю. Дома бобры чувствуют себя лучше, а популяция хвостов мира растет. Постройте достаточно хаток, чтобы у каждого бобра был дом. Бобры не станут размножаться, если их потомство... Если для потомства не будет достаточно места. Постройку хижины возвести. Хорошо, давай попробуем хижину возвести. Отражение. А, это просто в другую сторону хижина. Так, ну по факту нужно строить вот здесь вот целый микрорайон. Как ты считаешь? Я бы построил вот здесь. Прям в притирку с ратушей. А почему нет? 2, 3. Ага. Стой. А вход, а двери, как они работают вообще? Вот так работают? Все хорошо, да? Так, где еще постройки здесь? Нет, я хочу, чтобы они друг напротив друга прям были. Да, вот такие вот домики. Отлично вообще. Так, построил я, допустим, 6 штук. Просто осталось дождаться, когда же они наконец соберут туда все бревна. А у меня их и нет, бревен-то. А знаешь почему? Потому что у меня их рубить-то неоткуда. Давайте, ребятки, вы будете таскать вот отсюда бревна. Потому что их вон сколько их. Нет, вот только не вот это. Это вообще что сейчас выделил? Просто кусочек поля? Какой я молодец. Ну почему-то я хочу вырубить вот это дерево, а оно не дается. Он указывает на клетку на земле, а не на само дерево. Это не всегда удобно, но... Но к этому, наверное, возможно привыкнуть. Человек вообще такое существо, оно привыкает ко всему. Угу. Ну и погнали. Давайте, ребят. А, это не это. А что-то я, мне кажется, 3 земли выделил. Нет, я выделил 2 земли только. Ребзи, вы чем там занимаетесь вообще? А где кучка дров? А, это куча бревен. А она построена. А у меня там нет ничего. А все понятно. Ну ладно, подождем. Подождем, сейчас ночь закончится. Там очень маленький значок ночи. День 6, цикл 1. Я, кстати, сейчас не особо понимаю. Кстати, общий вид, ты гляди, а тут можно виды менять. А, я понял. Все, вопросов нет. Это, я думал, можно за бобров за отдельных посмотреть. Но нет, нельзя. Гриш гоняет вон, смотри. Гриш вообще красава, смотри, он повзрослел, возмужал. Стал почти самостоятельный взрослый. Да куда у меня мышка постоянно уходит? Ладно, бегай, Гриша. Занимайся своими делами. Назовем Джамал и Гриша. Или Замбубат и Гриша. То есть серия будет опупенно называться, наверное, если я не забуду, конечно же. Время у нас с тобой уже 21 минута записи идет, а все еще мы не возвели с тобой хижины. Как же так получается? Я тоже не знаю. А вот это можно... Тут есть фоторежим какой-нибудь, нет? Нет, здесь нет фоторежима. Нет, возможно, он есть, но просто я не особо в этом разобрался. Но потому что наверняка в таких играх должен быть фоторежим. Энергия. Это что значит? Это настройки. Это настройки мне не нужны. Мышка. Мышка мне не нужна. Мне нужно что-то, знаешь, типа такое сфотографировать красиво, чтобы было. Но здесь такого нет. Я не вижу такого, понимаешь? Вот что. Так, ну и что? Хижина. Сколько там? 12 бревен нужно на одну хижину. Ужас. Морковку поспевает. Еды сколько? Еды много. Еды куча просто. Еды очень много. Так, может быть, кого-то поставить на паузу? И пускай он идет строить хижины. Ну, потому что на кой он ходит, собирает ягоды, если у нас уже очень много еды, а бревен ни хрена. Эти с морковкой сами справятся, как бы здесь вопросов никаких нет. А вот бревна сами себя не соберут. Кстати, скорее всего, кто-то уже будет спать внутри. Да ведь? Ведь так? Тут 12, тут 0, тут 0. Интересно получается. Можно вообще даже было бы фермерский домик поставить на паузу, потому что там целых два бобра трудятся. И... Да хрен с ними, они типа и так построят. Они ж не глупые, правильно? А помидоры... Ой, помидоры, огурцы и морковка сама себя не соберет. Она типа вон уже поспела как давно, и скорее всего... Скорее всего... А, нет, наверное, у нее нет срока годности. То есть она поспела и собираю, сколько влезет. Верно? А если у меня только один бобер, он не успеет все собрать. Подожди. А че так мало деревьев-то? Да что ж ты будешь делать? А, я не выбираю. Вот, 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 вот. Они все опять вырубили. То есть меня... Не снимаются галочки после того, как они срубят одно деревце. Они постоянно их подчистую рубают. По факту, наверное, можно... можно прям вырубку целую замутить, и они будут там бегать собирать. Круто, удобно. Но не в этом случае. Они, наверное, будут собирать, когда она только вырастет, а мне не нужно. Мне не нужны маленькие деревья. Мне нужны большие. Мне нужны большие зрелые деревья. Так, 4 бревна. Блин, они так долго будут строить эти домики. Такой микробобриный район. Красота. 17-летний Химруй. И... О, третий пришел спать к ним. Гриша и Ямасах спит вместе. А Криджер с Зингу спит вместе. А Криджер, кстати, 38-летний с 12-летним Зингу спит. Это очень нехорошо. А это что у нас значит? Пятое, это что значит? Пятерочка. Благополучие 5. А, благополучие 5. Так, построил. Дальше что? Вы можете использовать очки науки, чтобы открыть еще более продвинутые строения. Время от времени изобретатель будет приносить вам очки науки. Науки будет приносить нам изобретатель. Наука. Изобретатель. Так, и чё? А, ну, давай его вот сюда вот на этот, на отшиб какой-нибудь посадим. Ну, пускай вот здесь вот это изобретает. Хотя здесь вода вообще. Пусть вот тут у леса изобретает что-нибудь. Тут шум будет мешать. Да черт с ним, пусть что хочет, то ему и мешает. Я же ему мешать не буду, правильно? Пускай изобретает. 12 бревнышек. Так, что такое? Ваши бобры невероятно счастливы. Вы достигли рекордного благополучия. Это что значит? А, до 11 уровня я прокачаюсь, если... А, ты смотри. Я понял, короче. Здесь можно прокачаться вот до какого уровня. Если все прокачиваешь, то, короче, одно поле — это один уровень. Если я сейчас жареный картофель, хлеб и, короче, всю еду прокачаю, хотя я вряд ли это сделаю, у меня откроются эти бобры, железные зубы. Но до них нам с тобой пока еще далеко. Мы с тобой как-то не претендуем. Так, теперь мы можем производить новые ресурсы. Однако некоторым постройкам для этого требуется энергия. Постройте водяное колесо на берегу реки. Его эффективность напрямую зависит от водного потока. Без воды энергии не будет. То есть мне еще сейчас и водные колеса, энергию добывать будем с тобой сейчас. Так, эта стойка расположена слишком далеко от строителей. Проложите больше дорог или создайте новый район. Не, а если я не могу район никакой создать, погоди-ка, ну, блядь, чисто теоретически здесь как бы течения-то нет. Течение должно быть вот здесь. Ну ладно, хрен с ним, вот пусть вот тут стоит. И вот тут стоит. Два колеса поставлю, ну, чтобы побольше энергии было. 50 бревен, не. Одного за глаза. Да. Ту хоть сторону я построил. Ну просто как бы, наверное, здесь нет особо какого-то смысла и разницы в том, в какую сторону будет стоять именно эта канитель. Потому что, ну, потому что. У меня еды вагон. Давай мы с тобой приостановим вот работу вот этого вот чудо здания. Потому что, ну, блядь, у меня еды уже очень много. Еды даже, я бы сказал, чересчур. А эти товарищи бревна прям так бросают. Сосна остатки. Пойду сосну часок. Неизвестный бобер. Такой юморист. Пойдет соснет часок. Так. Нифига себе. Джаземал-то, оказывается, ученый. Из 50 по факту. Сколько у нас бобров ходят просто так? Во-во, и я о том же. Без работы. Почему без работы? Потому что всего-навсего 2 работника. Нам нужно с тобой. Нам нужно с тобой. Где оно тут есть-то? Нам нужно с тобой 2 еще флага дровосека. Ну потому что, блин, ну ты представляешь, сколько времени тратится на то, чтобы просто порубить деревяшки. А чё вы стали-то? Ребят, рубка деревьев, давайте. Пошло-поехало. Вперед из песней. Наверное, можно просто вот маленькие вот так вот повытаскивать оттуда. Ну, тоже маленькие, зачем они их рубить будут? Как-то непонятно немножко мне механика именно рубки маленьких... Вообще, в принципе, деревьев. Вроде как задание даешь, вроде как зеленым отмечено, а все равно ничего не происходит. Они на тебя смотрят как на дурака и говорят, ну, слушай, мы ждем приказа. Мы не хотим рубить, мы хотим приказ. Что такое? Близится засуха. Слушай, какая засуха? Надо запасаться водой? Какая засуха? Че, получается, они сейчас... Вообще непонятная тема. Еды у меня много. Даже сказал бы больше, чем. Собирайте, давайте, морковку, пока можете еще. И ты тоже давай собирай. Есть у меня вообще бобры? Где бобры? Где написано, сколько у меня бобров? Свободных, там, несвободных? Есть вообще эта информация или нет? Или она здесь просто где-то... Где-то очень... Не хватает рабочих. Вот этой рабочих не хватает постройки. Ладно, ну хрен с ней. С этой постройкой... О, пошло-поехало, гляди. Даже 91 лошадь только что выдавала. Ты видел? Нет? Я видел. Так, что там по энергии? Она 9... А она только 90, может быть, с кубометра. А там 91 был. Нифига себе. Вот это я молодец. Так, ну и зачем? Пришло время начать производство досок. Постройте лесозавод и присоедините его к водяному колесу при помощи валов. Многие строения могут передавать энергию соседним постройкам, если они расположены вплотную. Ешкин кот. Возвести постройку лесозавод. Запитать лесозавод. Слушай, а если мне этот лесозавод вообще не нужен? У нас тут получается такая история, что... Ну, я типа от этого колеса больше ничего не запитаю, если я так построю. А мне больше некуда строить. Ну, тут получается, я построил колесо ни к селу, ни к городу. Колесо-то надо было вот сюда вот строить, а там строители далеко. И типа вообще тоже неправильно все. Ну, короче, а, ну да, тут вот, видишь, за пределами ратуши. Засуха там близится. Вот это вот грустно. И что мне делать с этой засухой? Запитал. Необходимо найти стабильный источник бревен. Разблокируйте лесничество и постройте его рядом с тем местом, где вы бы хотели посадить деревья. О, ты гляди, тут деревья можно посадить. Лесничество. Недостаточно очков науки. Вот тебе раз. 60 очков науки надо. А там Вася сидит, трудится. А куда он их тратит? Бара-бара-бара. 14-летний Джаземал трудится на благо этой родины. Так, подожди-ка. Джаземалу. Делает 3 очка науки. Сколько очков науки у меня в данный момент? 45. Хорошо. А мне нужно 60. Ух, блин, ну как раз он сейчас сделает. Он за 3 часа делает... Ой. За 3 часа делает 3 очка. То есть осталось 15 часов, и он сделает все. Все, которые мне нужны. Правильно? Правильно. В принципе, игруха интересная. Мы с тобой, наверное, сейчас построим эту хреновину. Хреновину мы эту построим сейчас с тобой. Под названием лесничество. И... Закончим серию в связи с тем, что... Пока ничего не ясно. Но в целом понятно, что это за игра. Пишите в комментариях обязательно, что стоит, не стоит ее записывать. И, собственно говоря, да. Сейчас мы дожидаемся как раз 60 очков. У меня вот сейчас 51. Я не знаю, куда мне себя засунуть. У меня Гугибум умер от старости. Как жаль. Там родилось бобров, ты гляди-ка, нифига себе. У меня 10 взрослых, 3 маленьких. Осталось 3 очка. 57 уже есть. Сейчас мы с тобой лесничество забабахаем. Оп. Лесничество вы тоже хотите... Вы точно хотите это открыть? Цена 60 очков науки. Да, конечно же. Я хотел бы лесом засадить. Знаешь где? Вот, в принципе, я бы хотел вот это вот все лесом засадить. А вообще вот это все лесом надо засаживать. Хотя здесь и так все лесом засажено. Но я бы вообще все засадил. Да вот так построим. Делов-то. Не очень просто мне понятно вот это вот все градостроение. Я новичок в этом жанре, то есть я не особо, не то что любил, не особо у меня как-то задалось с этими жанрами с детства. У меня с логикой плоховато, я люблю просто нажимать на кнопочки. Поэтому в целом, как бы да. А что такое? А вот что такое-то? А в смысле засуха? Все... Ну, здрасте, приехали. То есть засуху нужно прям реально переживать. Но у нас есть 3 бочки воды, чтобы попить. Вот это можно на паузу поставить. Вот это можно тоже на паузу поставить. Ну, то есть, чтобы просто воду в лишний раз не тратить. Что они будут там? Что-то там собирать, возможно. А что она, засохла или что с ней случилось? Прогресс роста 43%, ты гляди. 43, она больше не вырастет, скорее всего. А, высохнет и умрет в течение 1,7 дней. А, по моим предположениям, что через 1,6 дней закончится засуха. Но это тоже не факт. Доски бревна, ты гляди. А доски бревна, я что-то не особо пойму, производительность. Не соединена с центром постройка. Ах ты ж, ёшкин кот. А я не могу, а как передвинуть? А мне либо вот этот убирать, либо вообще все убирать. А как быть? А как вот с этим теперь бороться вообще? В засуху выбрасывать вот целую канистру воды. Короче, мы с вами на этом закончим тогда, потому что... Спасибо большое за просмотр. Поставь обязательно комментарий, если тебе не сложно. И лайк тоже напиши. И увидимся с тобой в других видео. И пока.